Есть такое мнение в историографии и этнографии, что вот армяне, азербайджанцы, которые из Кафанского района Армении, да, покинули, в свое время были исламизированными, тюркизированными армянами. Орбелян, род Орбелян, княжеский род армянский Орбелян, как раз их ветка, сюникская ветка. Часть этой семьи приняла ислам вместе и с родственниками, и с подчиненными им, зависящими от них людьми. Так что вот эти вот покинувшие Кафан азербайджанцы ближайшие, они вообще-то по этническому происхождению, скорее всего, в значительной степени армянского происхождения имеют. Армянское происхождение. Все проблемы, вот я говорю, в свое время мы упустили демографию, и получилось, что на нашей родине, которая сейчас называется Азербайджаном, мы стали меньшинством. А пришлый элемент стал заправлять там как хозяева. Ерсис галер ерия ер йохту. Азербайджанская пословица есть такая. Говорит, когда приходит бездомный, у того, у кого дом или место есть, ему уже место не находится в своем доме. Вот как раз то же самое.